Блин, я его пока вещи перетаскивал, потерял электросхему вторую. Ну, как же, чтобы не закрыть? Ты с собой ничего не взял. Алмазы не видишь, что не взял? Как же? Не взял же. Да. Сколько у меня остается? О, мне еще хватит на сапфировую этот меч. Делать? Да давай. Ой, ну вроде как. Ой, тут, короче, один такой чувачок бегает. А мне ты. Очень подозрительный. С алмазным мечом тут, с квантовыми сапожками. А, Вов, я уже знаю всю твою историю. Какую? Насчет твоих квантюров. Чё там? Ладно, я пошел в поисках железа. А, смотри, Вов, ты говорил там то сейчас? Чё? Да-да. Привет. Нет. Нет. Просто ты знаешь, что ты меня сейчас можешь просто убить? Я телепортируюсь. Так. Чё ты тут стоишь? Сейчас. Смотри в чат. И чё? Смотри, ты смотришь? Да. Помнишь, сам говорил? Ага, да-да-да. И где твое то, что ты говоришь? Сейчас будут, знаешь, как спамить. Сейчас вот они увидят. Да еще раз напиши. Не надо. Что я хотел за железкой пройти еще. Смотри, у меня есть меч на урон 7. Ага, вообще сколько? Прикольный. Алмазный сколько там? А ты в курсе, что сапфировый меч такой же, как этот, алмазный? Да. Да. Вообще, такой же урон нам. У нас нет суперкирок. Кое, кирок. Каких суперкирок? Ну как, типа алмазная потом? А так у меня сапфировая, у меня две аж. А у меня ноль. А я скоммунизил твое мясо. Да? Да. И уже три. Понятно. Я нашел медь. Так, ты точно? Да, его? А я уже две. Увидишь потом на видео. А ты сейчас где? В пещерке. А сейчас тогда тоже тебе помогу. Ты где, направо, налево? А нет, я просто не туда спустился. Иди обратно на улицу. Че? Хоу. Один. Да, че? А, выйди на улицу. Да. В огороде. Да. Вон. Ну блин, да ты слепой, что ли, назад повернись. Ах ты чё моё мясо взял, а? Ты чё моё мясо, Халай? Чё ты это алмазный меч ты взял? Да. Давай, я тебе дам другой меч. Возьми другой, не надо тут сидеть. Ай, ну гони моё мясо. Гони всё, иди сначала. И ты факела к нему тащи. А то ведь в лаву всё спущу, все наши вещи. А я знаю, где лава. Я тоже не знаю, что еще. Ладно, давай сейчас вернемся. Факела не забыл. Ага, я уже все, факела забылся. Че? Да не, я сказал, ну. Я вижу блок, который только я ломаю. А мне сапфир сломал. Все, я бегу к тебе на помощь. Ты знаешь, конечно, что у меня одно сердечко и ноль голода. А у меня сердечко и веку. Ага. Все, давай, возвращай все мои 5 мяса. Ой. Ты же не хочешь, чтобы я все спустил в лаву? Ведь оно же рядом находится, в Home 2. А где все остальное? Я тебе принесу. Ведь я же могу. Я потом принесу. У тебя есть один день. На это. Один день умру. Но это же не Майнкрафтовский. Иначе
Не, поздно. Иначе я сыграю с тобой одну очень злую игру. Не сейчас главное железный. Ты какой капашки хоть? Я железный. Да, спускайся вниз. Ой, ты чё? О, пердиот. Пердит. Он нам, ты знаешь, как у меня есть 4. Мне 3. А, давай, подожди, стой. Копай вниз. Не надо. Надо. Железо нужно. А оно будет ниже. А ты в курсе то, что этот? Что? Сапфир этот круче ещё. Пердиот тут. Да. О, всё-то, по-моему, подключено код. Ну, значит, тоже на каком смысле? 39-38. Всё, давай, вот тут прямо копаем. О, рубинник. Рубинник. Он мне тоже очень сильно нужен. Ещё кирка? У меня... Ты знаешь то, что... У меня... Ноль. У меня 5. Рубинник. Всё, я так больше не могу сейчас. Переделываю киркану? Да. Сетхом второй пистолет. Сет... А, факел мне, дай один. Килочек. Килочек, да. И потом возвращай. На, держи, пустой. Кайди. А, слышишь, ну ладно. Принеси сюда верстак. О, железо. Как ты ушел, сразу железо. Так вот, вот верстак. 8 железок, все, я возвращаюсь домой. Подожди, стой. Давай копать шахту. Сейчас. Тьфу ты, блин. А хоум... Какой у меня там второй уровень? Что-то я хотел. Я уже забыл, что в крафт. А, этот электросхимикс. У нас нету уже этого латекса. Нету. Блин, не говори, то, что придется сейчас коммунизить их. Придется. Не, ну вот просто супер. Чё? Тут, короче, чё? Ну как? Гу за мной. Со мной, а? Да, это где? На спавне. Давай. Ща, подожди, я даже не подготовился. Жди меня на спавне. Да чё там, я тебе дам крайне. Так, у меня же их было 3. Ну, я 2 взял. Давай быстрее. Давай, все. Ой, я уж испугался, ты телепортируешься весь квантик. Все. Да, ты где? Я на спавне. Вот, я подумал, да нет, что я. Вот это ты. Это я. Слушай. Так. Вот туда. Жди меня. Так медленно. Так ты же всю еду сожрал. Я еще дал 2 куска. Да ну. Да ну иди, я тебя сейчас догоню, я тут покурю поставлю. Иди, вот тут травка есть. Догоним. Все, давай, побежали. Курим травку. Давай, сейчас догоним. Давай. Сейчас получишь блок чата. Че? Блок чата. Да. Можешь снимаем целых 30 минут. Ну, скоро закончим. Потому что 7 лей, наверное, пялись на нас телекинули. Ну да. Да я думаю, не, может, нормально, может, подольше. Да не, уж вторую сразу серию. Да не, ну так ну. А, помню, что. Да. У меня нет ни одного. Вот тут скелет. Я вообще ничего не вижу. А, это настройки. Так вот. А я ни одной дивизии. Вот, дивизии. Ой, то есть латекс. Да. Я, походу, уже всё убрал. Наверное. И тут ещё ты нашёл? Вообще, нет, я ещё вообще не вижу ни одного латекса. Мне тоже. Давай купим рюкзак за зимников, а за один алмаз. Зачем? За $200. Нет. А? В сампе.
там ее за 200 долларов. О, Ули, приватчик. Пойдем в Twilight Forest. В Twilight Forest. Twilight Forest. Ну как, Сумеречный лес. Потом, я портал уже не помню, где тут был. А самим лень делать. Вот, я вроде знаю тут домик, но только тут слизи ходят. А ты вообще где? Я... О, все, меня сейчас убьют! Кто? Паук. Так ты пой домой. Так я уже дома, без ноль латекса вообще. О, я нашел латекс. А, латекс сначала полетел в мою сторону, потом оказался около дома. А. Да. А, тут игрок! И чё? А, так он знает, этот Стивчик. У меня вообще нет ни оружия, ничего. А какой там в конце три буквы? Три цифры, точнее? Да. А, я его знаю. Мир что такое-то? Да. А, Марис. Какой-нибудь. Марис 0 или что-то. Два. Не, там кажется, у него 3-3-2. Не знаю, это... Да. Вот, у меня есть снежки. Весело, можно... Мой латекс. Мой латекс. Кто? А, нет. Да там, вот. Ну что, давай заканчиваем? Да, не. Да полчаса, что, ну. Я разделю на две части. Да. Я не знаю. Нет. У меня только 4 латекса, у меня еще 2 латекса. У меня тут Стив есть. А чё он? Это бегает мой латекс. Жаждет, чтобы я ушел за привет. Да не, вот я уходил. Я опять за микро задел. Ты знаешь, звуки происходят? Да. Ужасно. Я думаю, меня простят. А будет еще музыку выбрать, какую наложить. Блин, я не знаю, вышел латекс. Как уже третий раз обхожу. Куда-то куда-то. А, этот цикл у меня же умеющийся начал. Блин, мне нужен еще латекс. Ты не слышал ничего? Чё? Не спрашивай больше ничего. Зато блоки ломал. Для меня опять мерещится. Я не слышал. Что за? Чё? Пойду уран выкину. Не-не-не-не-не. Вдруг там что-то все-таки будет. Из него крафтится ядерный реактор. Ну вот. Очень. А так он тут запрещен. До свидания. До свидания, так он сказал. Что там, что-то можешь сделать? Дай мой меч. А вот смотри, я все инструменты складываю сюда. А. Все инструменты и оружие. Блин, ты чё? А, подожди. Не, мне повезло. О, мне повезло, у нас было, оказывается, 2 уже изолированных. Ровненько. А, тогда ну. Так, что будет? Сейчас все запилим. О. Что там дальше нужен? Этот, прибитый железом. Немножко. Так, ну тут... А, во-во-во, я тут еще не все сделал. Надо еще музыку накладывать. Да. Кстати, вот даже золотой нагрудник я выбил зомби. Повезло. Он был просто фул в броне. Чисто полный, что ли? Да. 6 проводов, так. Надеюсь, ты там электросхему-то не потерял, которую я выкладывал. Не знаю. Где электросхема? Да ты чё издеваешься? Чё? Где электросхема? Так я же тебя кидал. Я взял, выкинул сундук. Тогда не знаю.
Я, знаешь, вот я подумала сейчас что-то, то, что сейчас тут охотят такие, знаешь, админы там. Да. Не с невидимкой и тырят потихоньку-то. Ну да, могут. И это ты жжёт себя. Ха. Такие у них уже весь инвентарь полный. Они все, со всеми сумками такие. О, там у них весь инвентарь. С микросхемами такие идут. Админы. А алмазы тут? Да, они в нижнем, кажется. Не, они вверх. Да, там было их 12. Я их вместе сложила. Их там было 8-14. Точнее, 8 и 4. Ну, блин, так где их микросхема, а? Мне надоел их крафт. Я третью микросхему крафт сейчас. Держи ее всегда в кармане. Может, она у тебя там? Не, у меня всего лишь 40 еловых досок. Еловых досок. Ну где, может, я слепой, а? Вообще каждую строчку просмотрим. Да не. Нет? Реально. Да, реально ее кто-то скоммунистил. Ага, так помнишь, к нам телепортировался фантом каждый раз, и каждый раз мы его не видели. Он коммунизился. Вдруг он админ? Он спонсор. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Так там на сайте такой нам покупают. Блин, да мне даже уже надоело все это красть. Мы кучу ресурсов тратим на эту фигню. Да. Ну, это понятно. Возьми железо. Мне, походу, сейчас будет надо заново к ней тащить. Ходить, но я устал уже. Поможешь? Чё? За гиви исходить. Да вот я помню, прям буквально, знаешь, я так положил сюда и... И что, все инструменты складываем сюда? Может, ты случайно сюда? Нет. Год ходим за этим. С чем? Еще за этим, как... За латексом. Давай, все краники тут. В инструмент. Тихо. Ты слышал? Да. Ты тихо? Да. Я уже ору, ты понимаешь? Мне микрофон приходит затыкать. Да, ты знаешь, ты вообще лучше не затыкай. Ты знаешь, какой ужасный звук происходит такой? То. Я это что, попытаюсь вырезать? Я тоже постараюсь. Нет, не умеешь. Ничего. Я уже обрезал. Да. Удалить? Потом удалить либо из шкалы времени, либо там вырезать. Да, из шкалы времени. Вырезать там... Из шкалы времени. Из скалы. Скала такая стоит, и из ее меня... человек вырезает. Как из торта. У меня зависло все, понимаешь? Да. Не знаю, ты берешь все. Всё, я микросхему оставила у себя на всякий случай. Ладно. Я боюсь. Пошли сходим за этим месяцем. За чем? За латексом. Ага, чтоб нам кто-то подошел, нас тех загриферил. Вот прикол будет. Пошли. Ладно, пошли. Все, тушки? Так, сейчас найду слово, мне уже не писать. Вот когда их бьешь, иногда они вот будут крутиться так. Тик-тик-тик-тик. Да. Прикольно. Вон она метка. Ты где? Я? Булка вышел из игры. А ты заметил то, что Булка это вот вил, да? Да. Он сейчас играет. Булка. Булочка. Видим. Ага. А тут же PvP запрещено, да? Наверное. Подожди. Что меня не бей, у меня полсердечка. А я тебя убить не могу. Ну что? Не бей, что PvP запрещено. А, да. Я, наверное, это все ускорю, наверное. Потому что мы тут тупо да. Тупим. И музычку. Давай. Тоже так будет. Более как-то лучше. Шумят этот сосед, по-моему, так. Не будет слышно. Оставь только приветствие и все. Сколько там мне лететь будет никому? 40 минут. Да, все, уже заканчиваем. Почему мы разделим на две части? Ну, я как-то планирую по 20 минут, знаешь. А. Не, у меня будет все ускорено еще, потому что это будет одна серия. О, латекс, наконец. А за мной, короче, на походу фантом ходит, я сейчас вот видео прям. К вам телепортировался Супермен. Суперман, короче. К вам, да? Да.
Но они телепортируются, могут убить их. А что, мне все лишь что два краника? А у меня электросхива. А, ну да. Я уже боюсь ее там. А вдруг просто сейчас пропишет инвент и ник? Ну, а там забрать нельзя. А, ну да. Не, там проверяют, знаешь? У админов нельзя. Ни у кого нельзя. Не, кажется, у обычных людишек можно. Нет, нельзя. Пошли к... Это просто плагин, знаешь, на просмотр чё? Инвентаря, чтобы проверить, не грифер, а он там дофига там алмаз, знаешь, так? А, ну да, такой. О, у меня, походу, там еще на улице, знаешь, как свистят сильно. Да. Ты слышал? Да. Блин. А, вон я слышу свою сестру. Ай, ко мне на сабле пришел Супермен, убить меня хочет. Меня сейчас чуть не убили. А как-то? А там с нано мечом пришли сейчас этот, был приват этот, хорошо. А вдруг он просто... С нано мечом включенно меня бил, он бы меня с первого раза убил. Вот, сейчас Супермен меня сейчас сзади меня бьет, стоит. Он летает за мной и убивает меня. Ты где? Я, знаешь, тут дела тут. Он прям буквально летает за мной. К вам телепортировался Супермен. Всё, смотри, он сейчас будет тебя этот убивать надо мечом. А, нет, я дома. Да? Да. Ой, а он не украдет ничего. Ха-ха-ха-ха. Он не скуманит ничего. А, нет, были краники. Он не скуманит ничего. Да. Кроме всех 7 алмазов из 12 у неё больше ничего. А куда пропали? Пять. Ладно, шучу. Блин, ну он, конечно, уже надоел Супермен, он телепортируется, убивать надо. Ты знаешь то, что есть 18 рубинов? Так. А слышь, ты в курсе, что на него можно пожаловаться, его могут либо забрать спонсорку его, телепортацию, и все, он будет обычным игроком, могут даже забанить. Может, пойдем в шахту? Мне нужен латекс. А я тогда пойду путешествовать. Ладно, я, наверное, пойду. Куда? К дому одному. Там же приват есть. На чужих же приватах драться тоже нельзя. Ну да. Если я успею дойти. О, я дошел до привата, мне повезло. А, подожди. Он с нами мечом подбегает и убивает, да? Таким, знаешь, с горящим мечом, с лампочками. А, наверное. Да, серьезно, заканчивай. Ну ладно. Сейчас, подожди. А, да блин! Чё за фигня? А чё? У меня латекс на крыше застрял. А, нет. О, 7 латекс. Всё, я возвращаюсь домой. О, второй. И что мы крафтим? Электросхему, на этот раз нормально уже. Блин, только надо молотком отбойным заново бить. И вообще где? А, вот. А, молоток. А чё ты молоток не положил? Он же тоже как инструмент считается. А у нас его нету. Есть он, вот. А это что? А вот это что? А, это? В инвентаре можно его? О, в инвентаре тоже можно. Что там дальше? Мне нужно дальше. Теперь я возьму. Какую будешь музыку накладывать? Я не знаю, посмотрю. А, еще убавь звук музыки. На там где-то на 10-20%. У меня вообще в тол стоял 30%. Меньше. Так, блин, а где? А, вот он. Я уже испугался. А Супермен ушел? Да, больше к нам не телепортируется. Он, кажется, только телепортируется там. И иногда только тут дома. Я так крафчу. Надо в обычном без таких крафтить.
Да, электросвинья. А, ВТФ? Чё? А, ты сделал вторую солнечную панель? А, не, я что-то перепутал. Я, короче, в микросхему положил вместо этой железной пластинки саму электросхему. А что будет, если я сейчас заряжу аккумулятор? Ничего, он будет заряжен. А его еще можно будет использовать? Как хранение. Ой, я буду крафтить комплект. Теперь у нас есть железка. А когда сейчас возьму одну батареечку? Слышь, Вов, а ты можешь 6 булыжников печку купить? 6 булыжников? 6 булыжников печку. Давай, не нужно. А я пока заряжаю аккумулятор. Зачем? Значит, так прыгаю. Тупо. Все равно будет долго заряжаться. Ну блин, ну почему ты не стоишь? Я же тебя попросил. А потому то, что я легко. Все, вот тут он гораздо быстрее заполняется. Что? Аккумулятор. Блин, зачем я еще одну электросхему крафтил? Я лишнюю электросхему скрафтил. Слушай, это... Нам нужно теперь купить два светящихся камня. А, все, смотри, у меня теперь полный, я заряженный аккумулятор. Тебе слабо написать, куплю светящийся камень за один алмаз. Да. Всё, суперкрафт. Электросхемка. Да. Хорошо. Будем его ставить или нет? Потому что мы из него будем делать утилизатор. Ну, будем. Не-не-не, давай он лучше утилизатор. Нам нужна светящаяся плитка. А, давай закончим. Сейчас, подожди, я напишу после. Ну, и на этом мы с вами заканчиваем. Сейчас, подожди. А, ну давай, это сейчас. С вами был Вован 2013 полк. Ой. Всем удачи и всем пока. Пока.